первый же день блокады город остался без электричества, без воды и без продовольствия. Блокада Ленинграда – страшный след в странице советской истории. В конце ноября город подошел к порогу гибели. Выдача хлеба уменьшилась до 250 граммов рабочим и 125 граммов остальному населению. Из блокадного города в Меликес эвакуировали 180 детей. Больше половины маленьких ленинградцев умерли сразу. До сегодняшних дней дожили 20 человек. На встрече студентам показали фильм о Вере Маланенковой. Когда началась война, она была чуть старше этих ребят. А поэтесса Алевтина Зайцева читала и отрывки из дневников блокадников. Юлия Лаптева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.